Житель села Плешаново Красногвардейского района зашел в местный магазин, и за эту пару минут у него украли велосипед, оставленный на улице. Мужчина обратился в полицию. Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и вычислили подозреваемого. Полицейские пришли домой к местному жителю и в ходе обыска обнаружили пропажу в погребе. Велосипед вернулся к законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».